Названию «детский сад» уже около 200 лет. Такое определение дошкольным учреждениям дал немецкий педагог Фридрих Фрёбель. В 1837 году он открыл первое в мире учреждение для детей младшего возраста. В нашем городе первый детский сад был создан в 1921 году на улице Орджоникидзе, 131. В настоящее время в Кузнецке услуги дошкольного образования представляют 22 учреждения, в которых трудится около 1000 воспитателей. Действительно, сегодня очень такой приятный, хороший профессиональный праздник – праздник воспитателей дошкольных учреждений. Жизнь любого человека во многом зависит от того, кто ему встретился на жизненном пути в раннем детстве. Если ребенок попал в хорошие руки, в детский сад, когда он идет с большим удовольствием к своему воспитателю, то и настроение хорошее, и воспитываются те качества, которые необходимы. В настоящее время в Кузнецке действует система вариативного дошкольного образования. В детских садах созданы все условия для всестороннего воспитания и развития детей. Работники 6 детских садов уделяют большое внимание физическому развитию ребенка. На большее развитие интеллектуального уровня малыша обращают внимание сотрудники еще 6 дошкольных учреждений города. В детских садах номер 6, 13, 2, 37 в рамках коррекционного направления открыты 24 логопедические группы. Одним из приоритетных направлений в работе дошкольных образовательных учреждений номер 31, 38, 26, 36 является духовно-нравственное воспитание. Работа воспитателей многогранна. Они умеют все – рисовать, петь, обувать и одевать детей, осушать слезы обиды, а самое главное – любить своих маленьких подопечных. Я хочу просто сказать о заведующих детскими садами. Это Сазонова, 2-й детский сад, Никитина, 36-й детский сад. То есть люди, которые любят детей, любят свое дело. А сегодня, вот на сегодняшней встрече, я буду вручать грамоты от собрания представителей Кудиновой Татьяне Александровне, воспитателю дошкольного учреждения номер 12, Колесниковой Татьяны Ивановне, а детский сад номер 17. Ряд воспитателей – это Губанова Ольга Петровна, Кильдеева Анна Измайловна, Пантелеева Ольга Николаевна, Ливанова Нина Петровна и большой-большой список. И многие другие были награждены в этот день за профессиональные заслуги в сфере дошкольного образования. Среди них и Татьяна Кудинова, которая проработала воспитателем в детском саду номер 12 24 года. Почему в этой профессии тут работать? Наверное, потому что любит детей. Прежде всего, творческих успехов, конечно, здоровья, семейного благополучия, всего самого наилучшего. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.